Премии Кыргызстана по качеству сегодня нашли своих обладателей. Ее лауреатами стали лучшие учреждения системы здравоохранения и образования. Премия вручается ежегодно тем, кто достиг значительных результатов при оказании услуг. Зарима Мусаева расскажет подробнее. Ежегодную премию высокой номинации «Качество» вручают лучшим в своем деле. Сегодня это представители медицины и образования. Конкурсный отбор прошли немногие. Около 10 медучреждений и департаментов и столько же образовательных учреждений получили знак качества и заветную статуэтку. Среди них и Кыргызский экономический университет. Ректор вуза Тойлыбек Камчыбеков говорит, что признание – лучший стимул для новых побед. Развитие всегда связано с образованием, поэтому мы в этом направлении делаем очень многое. Например, в 2012 году прошли международную аккредитацию. Вот на следующий год готовимся к независимой американской аккредитации. Все это дает возможность дальнейшему повышению качества обучения. Вручая премию, Темир Сариев сказал, что сегодня особенно важно то, что в разных сферах существует здоровая конкуренция и стремление к лидерству. В условиях евразийского экономического пространства завоевавшие знак качества смогут конкурировать и на зарубежном рынке, сказал Сариев. Особенно это важно в связи с выступлением Кыргызской республики в Евразийский экономический союз. Конечной целью всех участников конкурса является завоевание лидерства в своем сегменте рынка. Победители конкурса – бесспорные лидеры, на которых необходимо равняться, чтобы достичь качества оказываемых услуг и добиться признания потребителей. Премия в области качества вручается с 1997 года. В разные годы в номинации побеждали предприятия, фирмы, санатории и даже детские центры. Зарима Мусаева, Алтынхан Бабаев, Общественный первый канал.